конце сентября на площадке концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена» пройдут Восточный технологический форум и Приморская техническая ярмарка. Подробнее о предстоящих мероприятиях рассказали организаторы на пресс-конференции. У нас стоит задача, получается, сейчас во всех министерствах идет анализ, что есть хорошего, что можно развивать еще больше к объему, как сказали, получается, по карману, и что, получается, у нас не хватает, нужно завести. Поэтому перед нами стояла задача найти, получается, и привлечь на наш регион новые технологии, инновационные и так далее. Сказал же Юрий Станиславович, что были приглашены 20 университетов со своими инновационными разработками. 8 из них откликнулись и хотят присутствовать и презентовать свои инновационные разработки. Причем они еще просто презентуют какие-то разработки, а именно те, которые можно адаптировать и внедрить более успешно именно на нашей территории. По словам регионального координатора проекта «Выбирай свое» Юрия Жилинского, параллельно с организацией выставочных мероприятий идет работа по поддержке местных предпринимателей. Центр управления регионом с нами сейчас работает вместе, проблематику рассматривает, чтобы мы посмотрели, что мы сами можем сделать в Приморском крае, а что мы не можем и вынести на Государственную Думу, чтобы изменить законодательство. Потому что, вы знаете, гильотину уже дважды вводили, но она царя гороха, огромное количество ниточек, которые держат бизнес и не дает работать. Вот наша задача это увидеть, быстро отрезать, разгрести. Министр промышленности и торговли Сергей Калитин пояснил, что федеральный проект «Выбирай свое» и мероприятия, которые будут проводиться в его рамках, призван выводить на рынок новые товары и услуги, нацеленные на импортозамещение и расширение внутреннего и внешнего рынков с учетом поворота на восток. Анна Дьякова, новости на восьмом.